С 11 октября общественный транспорт Великого Новгорода переходит на зимнее расписание. Изменения традиционно в основном коснутся маршрутов, связанных с дачными массивами. Они сократятся. Вся подробная информация размещена на сайте мэрии. И, пожалуй, главное новшество: с понедельника будет запущен автобусный маршрут к микрорайону Аркашская Слобода. В Минтранс уже длительное время обращались жители Аркажей с просьбой запустить автобусное сообщение, так как ближайшая к жилым домам остановка общественного транспорта находилась в 1,5 километрах на улице Псковской. Теперь жителям микрорайона не придется тратить на это примерно 20 минут. До Аркашской Слободы продлят автобусный маршрут номер 14. На данный момент расписание будет согласно тому, что установлено для 14 маршрута. В случае, если востребованность как у жителей центрального микрорайона, либо, например, Аркашской Слободы будет более в каком-то интенсивном движении востребованность, тогда мы, соответственно, пересмотрим его и внесем необходимые коррективы. Маршрут номер 14 будет связывать микрорайон Аркашская Слобода с центральной и западной частями города. Путь следования автобуса – Сыркова, проспект Корсунова, Большая Санкт-Петербургская, улица Германа, Вокзальная площадь, Псковская, Аркашская Слобода и в обратном направлении. Воспользоваться новым маршрутом горожане смогут с понедельника, 11 октября.